Ростислав Голбис ушел из жизни 29 июня. Актер скончался от почечной недостаточности и отека легких. Сегодня звезду «Полицейского с Рублевки» провожали в последний путь. Прощание с Ростиславом Голбисом проходило на территории главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. В траурном зале собрались родные и друзья артиста. Присутствующие, не сдерживая слез, поделились воспоминаниями об актере. Коллеги Ростислава отметили, что еще на прошлой неделе снимались с ним в одном проекте. По их словам, Голбис чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался. «Нам было здорово, мы улыбались, смеялись. Когда узнали о трагедии, показалось, что это злая шутка. Человек так любил жизнь», — сообщили партнеры. Последний путь артиста проводили под песню группы ДДТ «Это все, что останется после меня». А из госпиталя гроб с телом актера вынесли под аплодисменты. Напомним, что актеру внезапно стало плохо в Костроме, там он снимался для клипа «Good Times». Ростислава госпитализировали в одну из местных клиник, только вот врачам не удалось его спасти. Актер умер от почечной недостаточности и отека легких.